В Верхневолжье создадут совет по культуре при губернаторе. Об этом глава региона заявил в ходе встречи с академиком Российской академии художеств Сергеем Осовским и профессором-доктором искусствоведения Любовью Шершовой, вдовой народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова. Игорь Рудени предложил гостям стать первыми участниками этого органа, в который войдут выдающиеся деятели искусств. Как отметил глава региона, наша область в последние годы приобрела статус территории, где поддерживают таланты и помогают им раскрыть свой потенциал. На протяжении 5 лет проводится всероссийский конкурс «Зеленый листок» для молодых поэтов и литераторов, учрежденный по инициативе Андрея Дементьева. По аналогии губернатор поручил учредить премию имени Ефрема Зверькова и народного художника СССР, уроженца Тверской земли Валентина Сидорова.